Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале TNT International. И рад вам представить гостя нашей студии. Это оперная певица, актриса театра и кино Маргарита Левчук. Что всегда едят с хлебом? Картошку я ем. Если человек специально не берет трубку телефона, кто ему звонит? Мама. Куда жена не берет мужа? На корпоратив. Кому приходится слушать много жалоб? Наверное, ЖКХ-шникам. Есть такое слово? ЖКХ-шники. Маргарита Левчук. Белорусская оперная певица. Актриса театра и кино. Солистка Большого театра Беларуси. Является лауреатом 14 международных конкурсов. В том числе бронзовый призер уникального проекта «Большая опера». Приглашенная солистка оперных театров Литвы, Эстонии, Украины и Италии. Маргарита, привет! 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 Рада видеть тебя! Слушай, очень много твоих интервью мы посмотрели, почитали, и выяснили, что почти все они начинаются с фразы о том, что ты нестандартная, нетипичная оперная певица, разрушающая стереотипы. Да, давайте придумаем что-нибудь новенькое. А я предлагаю начать по этой же схеме. Почему разрушаешь мифы и стереотипы? Что за они? Давайте. Ну, слушайте, я не знаю. Наверняка во всем этом виноваты прошлое поколение, потому что они вот все почему-то были вот такие пышечки, и у всех почему-то вот это вот в глазах прям внешне стоит, да? Что вот если оперная певица, то значит она должна быть толстая. Ну нет, ребята, нет, все, 21 век, ну хватит уже. Нет, мы все красивенькие сейчас, стройненькие. Слушай, а что тебя привело вообще в оперу? Навряд ли ты же с детства любила. Ну, как и все, да? Ну, мало кто, я и детей. Я с детства вообще балдел просто. Газманов и опера. Ой, ничего, не нужно торчик. Нет, я тоже балдела под Газманова, на самом деле. Но не под оперу. Потому что, не, реально, когда я слышала вот оперу, или по телеку там смотрели, или по радио, даже часто там была опера, ну, под этой радиоточкой, да? Я думаю, господи, как можно так ужасно петь вообще. Ну, реально, вот это вот, вот это забывание, что это такое? Мне казалось, что это вообще ужасно. Хотя я с детства говорила, что я буду певицей, я любила петь, я собирала детишек и устраивала им концерты, естественно. Ну, какие-то детские там песенки пела. Вот, и я всем говорила, что я буду певица. Ну, естественно, не оперная. Я думала, что я буду с микрофончиком красивенько петь, там, такая буду красивенько на сцене, но нет. А когда у тебя этот щелчок случился, когда ты поняла, что опера — это круто, опера — это тебе нравится? Слушай, ну, наверняка это было вот недавно, потому что, на самом деле, я не могу сказать, что я прям так люблю оперу, что просто не могу без нее жить. Нет. Ну вот как-то это начинаешь втягиваться. Вот я когда училась, я еще не понимала, что я люблю оперу. Ну, блин, это очень серьезное искусство, на самом деле. Ну, и да, чтобы да. понимать его и любить, нужно, чтобы прошло какое-то время. Mm-hmm. Вот поэтому я пока училась, я вообще не понимала, где я нахожусь вообще. Ну, то есть пою себе, там, сдаю экзамены, все, красиво пою, все. Сейчас ты кайфуешь, получаешь удовольствие? А сейчас я на самом деле кайфую, да. Вот потому что чем больше ты начинаешь вот в этом вариться, тем больше ты начинаешь что-то понимать, mm-hmm. любить. Слушай, а ты помнишь, как ты первый раз оказалась в опере в качестве зрителя? Вот какие у тебя были впечатления? Да, я помню. Это мне, наверное, было лет 15, может, меньше чуть. Mm-hmm. Мы с хором с Брестской музыкальной школы номер 1, где я училась, мы поехали в Минск на какой-то там конкурс. Ого, в столицу вывезли хор. Да, mm-hmm. вот. И, значит, наш руководитель, Светлана Александровна Борисюк, большой привет, она нам сказала: девочки, обязательно нужно сходить либо в оперный, либо в оперетту. Ну, естественно, в оперный. Куда там детей везти? В оперный. Мы пошли в оперетту. В оперетту, да? На «Веселую вдову». Mm-hmm. И, о, господи, это было просто вау! Я никогда не видела такого спектакля, чтобы пели. Вот для меня это было, конечно, вот как? Как можно mm-hmm. петь и вот так вот прыгать там, кружиться, скакать, oh, oh, oh. да, легко, и еще так красиво петь, круто. То есть мне очень понравилось, меня реально впечатлило. И я потом еще несколько раз ходила на этот спектакль, и могу сказать, что вот в нашем театре музыкальном, что mm-hmm. вот этот спектакль очень классный. Хотя и старая постановка, старые костюмы, ну это просто такой звоночек из детства такой, блин, такой вообще круто. Сколько лет ты посвятила своему обучению, и что было самого сложного в этот период? Постижений. Постижение? Ну, наверное, чтобы переорать оркестр. Подожди, но у вас же есть микрофон. Какой микрофон? У оперников есть микрофон? Подожди, но микрофоны же, я вспоминаю, да, вот есть уже в опере. Мне кажется, есть какие-то озвучки, которые располагаются. Это микрофоны, нет. И оркестр. Это микрофоны такие маленькие, они настроены на нас, чтобы мы слышали подзвучку оркестра. То есть иногда, понимаешь, если я, например, далеко от оркестра, то мы можем расходиться немножечко. Ага. Ну, там на доли секунды какие-то. Вот поэтому вешают микрофоны, чтобы мы на сцене, когда мы далеко, слышали оркестр, ну, в живом онлайн, так сказать, чтобы мы его немножко слышали. А как научиться вообще, извини, пожалуйста, перекрикивать, перепевать оркестр? Как это можно научиться? Ну, это годы тренировок, я хочу тебе сказать.
Просто нужно петь на дыхании и работать над звуком, чтобы его посылать далеко-далеко, чтобы не только вот он заканчивался там, где оркестр начинается, а чтобы тебя огромный-огромный зал услышал. Это очень сложно. Смотри, а зал сам, когда здание строят для оперы, он же тоже специальный какой-то или нет? Конечно. Ну, то есть специально там... Да, да, приезжают люди специальные, которые понимают там в акустике, потому что акустика — это самое важное, естественно. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях оперная певица, актриса театра и кино Маргарита Левчук. Маргарита, расскажи, ты же за рубежом выступаешь, ну, как часто, периодически, да? Какие страны тебя приглашали именно в оперу как артистку исполнять нечто? Нечто. Нечто. Хорватия, так. Италия... Хотела сказать Голландия, но нет. Никто проверять не будет. Давай, все страны называй. Эстония, Литва. Господи, что еще? В общем, перечень именно, да, большой. Как ты чувствуешь, есть какие-то отличия между публикой в Беларуси и публикой где-то за рубежом? Да, есть. Какие? Знаете, какие? Вот, например, в Италии, если это итальянская опера, они, естественно, любят итальянскую оперу, они сидят и подпевают. Все вот бабушки, подпевают? Дедушки, да, они сидят и подпевают вот во время того, как звучит ария какая-то известная, да. Вот. А еще, например, такие отличия, что за рубежом редко когда встают в конце. То есть у нас вот спектакль, хороший, у нас все встают сразу в конце, а там вот нет. Нужно заслужить это. Нужно заслужить. Вот в Литве, например, мы заслужили. Там реально публика, вот когда я пела спектакль «Кандид» Бернстайна вот в прошлом году, реально мы заслужили, всем очень понравилось. И режиссура, и как мы пели все, и вообще все-все-все, что происходило на сцене. Поэтому они просто реально все встали. И мы такие стоим, и ребята, они все встали, это ж так круто, это ж так круто. Я думаю, да нормально, везде вроде у нас встают. Я просто привыкла, что у нас реально встают. А для них это вау. А в каком самом крутом месте тебе приходилось выступать? В самом крутом? Ну, такое масштабное, да, или чтобы запомнилось. А мне понравилось, знаете, где выступать? Это было несанкционированное выступление, можно так сказать. Я отдыхала в Турции. Да, и мы поехали. И мы поехали. Ну, не в отеле, не в отеле, нет, не караоке. И мы поехали, значит, в какой-то город. Я уже не помню, мне кажется, очень хорошая память на города, и имена, и все так далее. Вот, но мы поехали в какой-то город, и там, естественно, вот этот вот старинный такой театр, который вот строили там из камня, то есть как античный такой театр. И там нам рассказывали о нем все, и я такая думаю, хочется тут спеть, попробовать акустику. И я просто встала и начала петь там какую-то арию, по-моему, Мюзетты. И реально все люди, все туристы так сидели, хлопали. Там акустика была просто супер. И у меня вот есть такая мечта, что я когда-нибудь у меня будет сольный концерт просто вот там с оркестром, потому что вот акустика, вот арена де Верона, вот мне бы хотелось вот такой акустике спеть. Опера — жанр такой более элитарный. Как к нему привлекать более широкого слушателя? Так, массовость? Считается, что это музыка для интеллектуалов в целом, да? Без подготовки какой-то определенной сложно прийти и как бы получить удовольствие, это скажем так. Все так думают, знаешь, что опера — это как-то скучно. И такое элитарное искусство, что ты сложно, ты не поймешь. Вот у меня очень есть много друзей, которые реально боятся. И вот там, знаешь, те, когда их приглашают, там, ребят, приходите. Да, хорошо, мы придем. Сами такие, в смысле, какая опера, Марго? Мы тебе верим, молодец, давай, удачи тебе. Но когда вот они все-таки заходят на оперу, и там плачут в конце просто. И реально вот у них там мурашки по коже. И все говорят, Маргоша, ну ты реально вот как... Я просто вот... Я забыл, что это Марго на сцене. И вот ты просто перевоплотилась так, что мне реально было жалко эту героиню. Там я переживала с ней все 4 акта. Просто настолько круто. Почему ты мне раньше там вот не говорила? Я говорю, я серьезно, ребята? Я вам говорю, что это круто. Вы просто один раз придите, и все. И больше и будете ходить каждый раз. Поэтому это нужно просто прийти. Но я делаю все для того, чтобы люди пришли. Не знаю, я там пою песни Макса Коржа. В процессе спектакля? Нет. Я чем угодно заманиваю их. Чем угодно их заманиваю, да. Вы смотрите, я худенькая, там, стройненькая, там, у меня там такой огромный голос, там, не знаю, ну, чем угодно, ребят, заманиваю, чем угодно, лишь бы только вы пришли, потому что это реально круто. Ты говорила, что ты привлекала, собственно говоря, привлекаешь на оперу, в том числе и Максом Коржом, да, в своем инстаграме, достаточно популярном. Да. Вот, звезда, просто я люблю Макс. А за ТикТок пока не взялась? Слушай, нет. Ну вот сейчас, наверное, планирую. Сейчас дома делать нечего, поэтому да, возьму за ТикТок и буду танцевать свои детские танцы. Это было минимально похоже на драку. Да, ну типа.
Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале TNT International. И сегодня у нас в гостях оперная певица, а также актриса театра и кино Маргарита Левчук. Слушай, Марго, к нам впервые пришла в гости оперная певица, и мы долго думали, чем удивлять, что такого интересного придумать в нашем интерактиве. И мы так старались, что придумали новое музыкальное направление, которое называется «Фристайл-опера». Итак, расскажу тебе немножко о нашем жанре новоизобретенном. Сейчас будет включаться музыка, и тебе нужно будет, собственно говоря, петь оперным голосом и нечто. Импровизируем, что-то сочиняем, выдумываем. А на экране тебе будут подсказаны какие-то слова, которые тебе необходимо будет вплетать в свою композицию. Ну что, Маргош, ты готова начинать стартовать? Конечно. Если что, будет Леша тебе помогать, на его фоне будешь выглядеть вот так вот. Спасибо. Итак, поехали, наш трек. Доброе утро, лучший день гантеля. Леша запел. Да. Вау, я могу. О, божечки, это было очень круто, я очень это посмеялась. Это было смешно. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале TNT International. И сегодня у нас в гостях оперная певица, а также актриса театра и кино Маргарита Левчук. Марго, ты вот считаешь, что девушка без комплекса, да? Очень смелая, насколько я знаю. Да. Закрепилась с тобой такая слава. Чем боюсь. Ты даже снялась, у тебя была съемка «Ню» в одном из журналов. Угу. Ты как на это решилась в целом? Да вот как-то мне предложили. Слушай, я такая, а давайте. Почему бы и да? Потому что классный журнал был, классный фотограф. Я только с профессионалами. У меня в связи с этим два вопроса. Вопрос номер один. Как отреагировали родители? Вопрос номер два. Как отреагировали коллеги? Вопрос номер один. Родители никак не отреагировали. Они сказали, просто... мы не будем это комментировать. Вот, то есть это такой табу. Мы не будем комментировать, мы... просто имея в виду, что ты в замке новая сердцевина. Нет, а коллеги, мужчины в основном, вот они мне прям комплименты делали, а вот женщины как-то, ну, не очень. А они уже переживали, потому что мужчины тебе делали комплименты уже в большинстве, то есть процентик откололся их комплиментов. А что, а девочки прям никакого как-то не сделали? Вот знаешь, девочки, они как-то немножечко завидуют. Зависть, 100%. А что, у вас там вот это в опере тоже такие вот обстановки, как показывают в фильмах про театр? Да. Из разряда сплетни, интриги, расследования, да? Да, в каждом театре, куда не приедешь. Но знаешь, чем хорош вот театр, когда ты приезжаешь, например, на полтора месяца, на 5 спектаклей, например. Ты приехал полтора месяца, там побыл и уехал. То есть сплетни еще не успели как бы особо, знаешь. А вот в одном театре, конечно, когда сидишь, то там... Но ты же говоришь, опять же, в своих интервью, что ты любишь сплетни, что тебе нравится этот жанр. Ты знаешь, не то, что я люблю сплетни, я просто же научилась с ними жить. Рассказывай правила. Потому что, знаешь, как? Обычно вот если какую-то сплетню там в детстве про тебя кто-то пустит, да? Ой, ну обидно, конечно. И уже обидно, все, капец. А потом переезжаешь на другой район, и все. И все, как бы, да. Ну, как с театром, да? Вот, поэтому я научилась просто жить вот сплетнями.
ну, как-то вот играть. Понимаешь, что наша жизнь? Игра. А ты специально какие-то сплетни запускаешь там? Да, да, я специально о себе, запускаю, да? Да. А для чего ты это делаешь? Знаешь, на самом деле я всегда говорю, что я личную жизнь свою как бы берегу, никому никогда ничего там про нее не говорю, поэтому это такое непаханное поле, и можно закинуть что-нибудь. Так. Знаешь, говорят, вот когда ты на слуху, это же всегда очень хорошо. Mm-hmm. Если говорят, значит, уважают. У меня такое мнение. Обожают. Обожают и уважают, да, если говорят. Поэтому мне всегда прикольно вот ну, что-то пустить. Вот чисто такое. Визуально знаешь, слово что? «Обожают» больше подходит Лехе, чем «Обожают». Ну-ка, скажи. Знаешь, как я... «Обожают». Очень красиво. «Обожают». Знаешь, как я однажды запустила сплетни? Ой, мне так было интересно. Ну-ка. Меня спросили, там у нас была премьера, не буду говорить, о какого спектакля. Я одному человеку, который я знаю, что вот он сплетник, да, очень классно. Он, значит, не был на спектакле, но как ты спела, Маргарита? Я говорю, слушайте, так ужасно спела. Реально не попала ни в одну ноту. Там, короче, такой кошмар. Ой, лучше бы я, в общем, опозорилась просто. И я слушаю, как вот эти сплетни начинают просто. А вы знаете, а вот мне говорили, что ты так ужасно спела. Говорю, а вы были на спектакле? Нет. А кто вам сказал? Ну вот тот человек. Я говорю, а, ну понятно. Ну то есть это веселуха еще та. Ну, а были какие-то моменты такие не курьезные, а факапы, когда ты там забывала слова или что-то шло не так, и нужно было импровизировать на ходу, выходить из ситуации, Олег! Чтобы... Олег! Да. Ну, конечно, это в каждом спектакле, там, в каждом концерте есть такое. Но я не боюсь импровизировать, то есть я совершенно спокойно себя чувствую. Это некоторые, знаете, там, когда начинаешь что-то делать не то, как вот тебе режиссер поставил, он сразу глазами начинает... Слушай, ну импровизация, импровизация. А ты как бы импровизируешь, и все, просто живи и наслаждайся. Но вы же в команде работаете, у тебя есть оркестр, да. У тебя есть партнеры. Но и не твоя все умеют импровизация... импровизировать. Не все, не все да. умеют импровизировать. Подлавливают ли они волну? Это же нужно как-то сориентироваться. Есть такие, которые подлавливают. И то есть у тебя уже рождается совершенно новый спектакль с твоим партнером, когда он тоже умеет импровизировать. А когда нет, и ты понимаешь, что ну, вот это зазря, ты сейчас сделал хорошо, и мы будем делать, как режиссер поставил. Вот. Есть такие случаи, да. Но однажды был вообще не прикол, когда на генеральной репетиции... в Италии. Опера «Ромео и Джульетта» Гуно. Значит, генеральная репетиция. У меня сцена «Я Джульетта», значит, моя там нянечка, которая со мной. У нас такая сцена, типа мы там кружимся, все. Она такая полная была девочка, молоденькая, но полная. И вот что-то она поскользнулась прямо на генеральной репетиции и упала прямо вот в этой сцене, как мы вот кружимся. Она падает, а я же как бы ничего не могу сделать, потому что она очень ну, как бы в теле, так сказать. Я даже не могу ее, ну, то есть я сама бы туда упала. Ага. Она падает и ломает ногу. Представляете? А через день у нас премьера. Пускаю сплетни. Марго спихнула, спихнула соперницу. На самом деле она изначально играла нянечку, а эта соперница играла Джульетту. Ну вот так вот, могло быть. Движение ногой, Марго, и все. И поэтому, да, бедняга, она была в гипсе через день, и мы просто за полчаса до спектакля, до премьеры, представляете, мы репетировали 1.5 месяца. Мы меняли все мизансцены. Да, и вот этого уже не было, конечно, там с гипсом. То есть, ну, ее там все прям встречали, все прям хлопали ей, там, то есть поддерживали и понимали, что как бы сейчас половина мизансцен просто не будет. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях оперная певица, а также актриса театра и кино Маргарита Левчук. Так, Марго, мы уже тебя в одно испытание, скажем так, окунули, и справилась ты с ним на ура. Поэтому предлагаю прямо сейчас сыграть в еще один интерактив «Сила в смысле». Ну что, прямо сейчас у нас здесь в студии появился конструктор, и мы предлагаем тебе взглянуть на него в последний раз. Не в том смысле, что мы его прямо отберем и не дадим тебе, будешь обязательно с ним играть. Правда, собирать тебе его придется закрытыми глазами, поэтому смотри и запоминай, как это выглядело. Окей. Ну все, а теперь ломаем конструктор. Ну что, детали конструктора у нас уже появились. Я тебе буду помогать, буду подавать нужное, необходимое. Да, но тебе все равно придется прямо сейчас надевать масочку и приступать к нашему интерактиву. Итак, ну, чтобы собрать конструктор, у тебя будет 2 минуточки. Я тебе показываю 2 минуты. Видишь? Нет. Правильно, не видишь. Вижу. Ты ничего не должна видеть. Это главное правило. Ну что, 1, 2, 3 и поехали. Хватай деталь. Я не буду мухлевать. Так, так, так. Это тебе? Господи. Так, я тебе сказала, что ты хорошо запомнила, все. Как выглядело. Не-не-не, переверни, как было. Да-да-да, ты справляешься. Вот, чуть-чуть, как ты молодец. Как попасть? В дырку-то. А как попасть в оперу? Давно хотела тебя узнать. О, красотка, погнали дальше. Как попасть в оперу? Переворачиваем. Нужно петь хорошо. Петь хорошо. Это такая же штука. А петь хорошо, это как? Это нужно учиться для этого лет 15. Ты
училась 16. Получается, что ты чуть-чуть много больше, чем хорошо. Хорошо собирать, попадешь в гаражи, как бы еще. В гаражи? Слушай, я и там не пропаду. Я бы честно помогла тебе поставить этот пазл, но я сама не понимаю. Я думала, что вот так будет нормально. Ты думаешь? Ты там не трогай. Держи, держи, держи. У меня все под контролем. Следующая деталь. Боги. Так, справляемся. Так она же похожа на эту. Она же стоит вертикально. Не, мы не кладем, ставим, да, как-то ставим. Вот так, ты что, нет. Ближе ко мне, иди на звук. Вот, теперь разверни. Разверни и поставь. Чем помочь. Поставь. Не той стороной. Отбой. Отбой. Вот так? Она рушится? Нет, другую, конечно, ты же не ставила прошлый пазл. Просто хаос, Извини, Леша, говори рандомные слова. Игорь. Слушай, а есть какая-нибудь другая деталь? Она не ставится. Я вообще без понятия, куда ее ставить. Давайте помогу минимально. Я думаю, что нам просят наши... А как это вставляется? Действительно, ты с глазами, а я без. Давай какую-нибудь другую деталь. Другую деталь? Слушай, давай вот так мы поставим. На другую деталь игра с дрелью. Знаешь, почему? Потому что время у нас уже вышло, у нас ничего не получилось. Ну, мы сейчас чуть-чуть прикрутим. А дрель-то куда? Марго, снимай. Что, реально уже вышло время? Вышло время. Слушай, ну это вообще капец. Это нереально, это очень сложно, потому что я до сих пор не понимаю, как это вставить. Я тоже. Хочешь дополнительную минуту? Постараемся? Да нет, спасибо большое. Я лучше пойду заниматься пением. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале TNT International. И сегодня у нас в гостях оперная певица, актриса театра и кино Маргарита Левчук. Марго, слушай, ну отдельное удовольствие в опере, мне кажется, не только слушать, но и смотреть. Потому что ты говорила, да, костюмы, они богатые, они дорогие, хорошие, красивые. Вот. Смотря какой спектакль. Для тебя имеет значение, когда ты выходишь на сцену, вообще во что ты одета? Или ты погружаешься в себя, в музыку? Конечно, имеет значение. Хлопок — это... шелк или картон. Неизвестно что, в котором ты просто потеешь и думаешь о том, что, господи, снимите вот это вот быстрее. Нет, на самом деле, когда ты стоишь в красивом платье, например, вот от Кристиана Лакруа. О, боже мой, мы ходили в Лакруа. Да, ну это круто. Это на самом деле круто, это фирма. Ты просто понимаешь, что все твои наряды сделал этот гениальный дизайнер, и там понимаешь, что какие ткани. То есть, ну, начинаешь смаковать просто это все. Знаешь, если ты там, например, в дешевом каком-то спектакле, ну, там, где реально мало денег, ну, и костюмы какие-то соответствующие, да, ты такой, господи, ну, ладно, все, сейчас спою, все, и забуду это, как страшный сон. Слушай, а есть какая-то одежда, которую тебе, ну, прям нельзя надевать на сцену? Ну, например, для дыхания нельзя надевать что-то слишком узкое, нельзя каблуки, потому что по-другому будет как-то, не знаю, диафрагма, тело. Диафрагма там. Диафрагма будет по-другому стоять. Я столкнулась с проблемой, это реальная проблема. Знаете, как есть, например, клаустрофобия там у людей. У меня боязнь узкого платья. Я не могу петь в узком платье, в корсете. Я вам реально говорю. У меня вот даже сейчас была такая ситуация, я приезжала на постановку в Италию, пела там Травиату, и меня, значит, надевают такой латексный корсет. Ага. И я уже становлюсь вот так вот и говорю, все, до свидания, я задыхаюсь. То есть артистки не будет на сцене, все, потому что я не смогу петь. И они там, а как, что, мы же должны позвонить дизайнеру. А там я говорю, звоните кому хотите. Реально, ребята, я не смогу петь. Да? Это не то, что каприз. Я не знаю, как это лечится, может быть, есть какие-нибудь психологи у нас, которые могут вылечить мне боязнь узкого платья. Ну, корсет. Я реально не могу петь в корсете. Это проблема. Но сейчас тебе, вот тоже мы тебе определенные обстоятельства, такие достаточно узкие поставим, да, обстоятельства. Давай. Тебе нужно будет очень коротко отвечать на вопросы. Времени будет мало, давай. Хорошо? Угу. Боязни быстрого ответа и заканчивания времени у тебя нет? Пока нет. Ну, сейчас проверим. Итак, поехали. Какую музыку ты слушаешь каждый день? Популярную. Кто твои музыкальные кумиры? Ну, из певиц это Тина Кароль, Анна Нетребко и пускай будет Робби Уильямс. Хорошо. Главное качество для оперной певицы? Красиво петь. Как ты любишь отдыхать? Я люблю тишину дома, чтобы меня никто не трогал. Прям выключаю телефон и тишина дома. Все. Три вещи, без которых ты не представляешь свой день. Это вода, это мясо. Ну, сейчас еду. Вода, мясо и... Огонь. Нет, и звонок родителям. То есть у меня каждый день вот звонок родителям, это обязательно. А какие качества ты больше всего ценишь в людях? Пунктуальность, вежливость и чувство юмора. Твоя самая важная цель на ближайший год? Прям... Я не буду говорить за секрет. Секретный это секрет? Не сбудется. Правильно, нельзя вслух приносить мечты, да. Поддерживаю. Почему слушателю нужно ходить в оперу? Потому что, если вы придете в оперу, вы духовно обогатитесь,
И даже, может быть, и поплачете в конце. Угу. Иногда нужно поплакать. А вот там можно прям сидеть и рыдать, если какая-нибудь там горькая горкость вообще. Слушай, ну вот по моим ощущениям, Леша уже тоже почти готов заплакать, потому что пришло время нам с тобой прощаться. Он будет грустить по этому поводу. Ну что, было очень-очень интересно. Ты реально крутая, веселая и разрушаешь стереотипы о тех самых оперных дивах. Ну что ж, друзья, пришло время прощаться. Еще раз вас поздравляем с Днем Труда. И даже если вы далеки от каких-то идеологических лозунгов и от маршей с транспарантами, все равно это отличный повод взять и отдохнуть сегодня хорошенечко. И помните, что уже в ближайшие дни вас ждет дайджест с лучшими моментами шоу «Подъем» из прошедшей недели. Ну что ж, всем отличного настроения, хорошего денечка и пока. Пока-пока.